устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Сегодня во Всемирный день телевидения у съемочной группы телекомпании «Новый век» рабочий день начинается стандартно. Корреспондент Чинчи Самбуга, видеооператоры Баяна Йон ринулись снимать телесюжет о прекрасных и активных бабушках, которые достойно представили ТВУ во всероссийском конкурсе. Впрочем, о них чуть попозже. Вернемся к нашей съемочной группе, а именно к ветерану телекомпании «Новый век» Баяну Аюну. В своей профессии видеооператора Буян Владимирович с головой и сердцем уже более 20 лет начинал карьеру техническим инженером ГТРК ТВА. А уже ставшим для него родным, в «Новом веке» он трудится более 10 лет. Ну, в «Новом веке» работать – это удовольствие, это, конечно, второй дом. А коллектив очень креативный, профессиональный, любит свое дело. И я вижу в человеке, в каждом коллеги, качество. На своем веку, можно сказать, Буян Аюн повидал, выучил и взрастил не одну команду видеооператоров. К молодым он относится лояльно, но признается, что есть ошибки, которые непростительны для любого оператора. Я не вижу, я со стороны вижу, как человек работает, как подходит, как выбирает ракурс, как берет интервью с работающим корреспондентом рядом. Ну и, соответственно, я оцениваю качество оператора, когда я смотрю новости и смотрю, какие кадры ставит оператор. Промахи – это если оператор идет на съемки и забывает элементарные вещи, это проверить видео, звук, аккумулятор, микрофон, на камеру свет. Стоит отметить, четкая картина, живые и острые моменты в кадре – это заслуга прежде всего видеооператора. А корреспондент Чинчи Самбуга, между тем, вспоминает рабочие моменты с Буяном Владимировичем. Было это весной, когда поток был в Кахеме, когда вода, и грязь и все остальное. И мы там подпортили себе обувь, скажем так, хорошенько. И он потом полдня ходил за мной и говорил: «Чинчи, ты будешь чистить мою обувь». Ну а если серьезно, то Буян Аюн не только профессионал своего дела, но и просто замечательный и добросердечный человек. Скажу так. Буян Владимирович – это такой человек, это палочка-выручалочка. Он, я думаю, он может все. Он и снимет, он и сделает, он и что-нибудь отремонтирует. Но самая главная его черта – это, конечно же, доброжелательность. Ну, что еще можно сказать об этом человеке? Он очень хороший. Я, как корреспондент, считаю, что мне с ним повезло. Между тем, Буян Аюн завоевал любовь и уважение не только своих коллег, но и представителей многих ведомств и служб, с которыми по долгу службы часто встречается на съемочной площадке. Хотела бы я отметить своего коллегу еще со времен ГТРК ТВА, оператора Буяна Владимировича. Это высокопрофессиональный специалист, который прекрасно знает свое дело, вот, и на него всегда можно положиться. Он замечательный человек. Я тоже от всей души желаю ему всего самого-самого доброго. Оперативность подачи материалов, творческий подход, чувство ответственности за каждый отснятый кадр, за каждое прозвучавшее в эфире слово – вот на чем базируется труд работников телевидения. Сегодня Буян Аюн в коллективе пример для молодых сотрудников. Он часть большой команды информационной службы. Война войной, а обед по расписанию. Это девиз Буяна Владимировича. Что для тебя значит работа в «Новом веке»? Спасибо, Илья, разрядила обстановку. Это что было? 21 ноября все, кто имеет отношение к телевидению, отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день телевидения. Генеральная ассамблея 17 декабря 1996 года на пленарном заседании предложила отмечать этот Всемирный день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвященным таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена. История телевидения началась примерно 100 лет назад. В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации. –
С развитием спутникового телевизионного вещания появилась реальная возможность принимать телевизионные передачи практически из любой точки земного шара. И кто бы мог подумать, что когда-то черно-белые экраны заиграют цветными картинками, а современная техника подарит возможность сделать телевизионную картинку интересной и захватывающей. Телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас в каждой стране есть центральные каналы, на которых можно узнать главные новости страны, посмотреть множество передач. К ним добавляются небольшие государственные и частные проекты в разных направлениях. В сфере задействовано огромное количество людей. Это ведущие, сценаристы, режиссеры, операторы, гримеры, технический персонал. Все эти люди отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Туву на третьем всероссийском конкурсе «Поединки хоров» представил вокальный ансамбль «Чечек Саяна». Уникальность фестиваля, право выступать на котором оспаривали самодеятельные коллективы из 30 регионов страны, придает возраст его участников. В каждом из прошедших отбор хоров ансамблей не менее 70% вокалистов должны быть старше 55 лет. Это обязательное условие. Ежегодно Союз пенсионеров России вместе с Министерством культуры России проводит в рамках программы «Активное долголетие» среди лиц пожилого возраста конкурс «Поединки хоров». В этом году, в Москву съездили наши представители ансамбль «Чечек Саяна». И вот мне из Москвы позвонили, сказали, что ваш ансамбль вышли в финал, прошли отборочные туры, первый и второй этап. И говорит, там произвели фурор, потому что действительно там, говорит, очень был самобытный репертуар, коллектив, говорит, костюмы очень, говорит, красивые. И вообще, говорит, всем они понравились, потому что действительно горловое пение было, традиции оленеводов Тувы, они показали небольшой такой спектакль, Для участников это очень долгожданное событие, к которому артисты готовились не один месяц. Пенсионеров даже не испугала дальняя дорога до Сергиева Посада в Московской области. Но все они немного переживали, как их исполнительское мастерство будет воспринято строгим жюри. Репертуар наш соответствовал положению. И вот на первом туре мы выступили с тувинской народной песней «Тандым турта» в исполнении ансамбля, а также солистом у нас был народный Хуэмэйши Республики Тыва, заслуженный артист России Мюнгенол Ондар. Всем понравилось горловое пение. Многие из слушателей впервые слышали воочию вот это уникальное исполнение, наше уникальное, то искусство, которым мы гордимся во всем мире. Но вторым произведением у нас была песня Евгения Птичкина «Даль великая». Здесь солировал тоже заслуженный артист нашей республики Титов Санчат. Его голос просто покорил слушателей. В Сергиевом Посаде прошел уже третий по счету певческий турнир, организованный Союзом пенсионеров России. Всегда праздник, шоу, песни со всех сторон. Участники старались подавать себя на сцене поярче, но подача на поединках редко берет верх над вокалом. Кызыльский ансамбль «Чечек Саяна» начал шоу с горлового пения и продолжил его мини-спектаклем, что в последующем помогло им стать дипломантами поединка хоров. В Туве появилась первая молочно-товарная ферма с круглогодичным производством цельного молока. Глава республики Шалбан Карол посетил хозяйство, доказавшее, что в условиях суровой тувинской зимы с одной коровы можно надаивать до 25 литров молока в сутки, то есть в 7-8 раз больше, чем в среднем по региону. Причем свой бизнес фермеры поставили так, что их продукция продается по цене в полтора раза ниже среднерыночной, всего 50 рублей за литр. Хозяйство принадлежит семье начинающих фермеров Андрея и Надежды Ярлыковых и расположено в местечке Коктей Кызылского района. До того, как стать фермерами, они вели личное хозяйство, в котором молочное стадо состояло всего из 6 коров местной породы, не отличавшихся особой продуктивностью. Однако даже от них Ярлыковы за счет грамотно подобранного рациона умудрялись получать сравнительно высокие надои. Этот опыт и натолкнул их на решение попробовать увеличить производство молока, закупив племенных буренок. Занимаемся
разведением наших крупнорогатых коров. Выводим молочных коров, чтобы молочко с них сдаивать. Ну, а трудно занятие коров вот так вот держать зимой? Ну, как сказать? Я бы не сказала, что сложно. Просто желание должно быть. Все. А спрос есть у вас на ваш продукт? Ну, на данный момент пока есть, пока расходятся, берут. Ну, люди еще не привыкли, наверное, к домашнему молоку. Берут вот это химическое. Ну, ничего, потихонечку мы это... Ну, что, вроде берут, расходятся пока. Мы получили грант на 2 миллиона, и вот приобрели на эти 2 миллиона 20 коров. Вот привезли. 5 коров у нас уже отелились, ждем приплод с 15 коров, но они только у нас ближе к весне отелятся. Так что молока будет потом больше. Ну, они молочные, да. У нас прям карточки, все есть, что они породистые, молочные, молочного происхождения. По мнению главы Тувы, стоит внимательно присмотреться к опыту фермы Ярлыковых. По его мнению, вполне возможно, что республике выгоднее стимулировать строительство именно таких хозяйств, небольших, с минимальными по сравнению с крупными МТФ затратами на круглогодичное содержание стада и с небольшим штатом работников. В Туве при капремонте домов внедряют самые современные технологии. Отличный подарок 25-летию со дня основания Чедыхольского района получили жители многоквартирного дома в селе Хаваксы. Прохудившуюся кровлю их дома капитально отремонтировали с применением самых современных строительных материалов. В Туве эта технология в практике капремонта применена впервые. Стоит отметить, что кровлю двухэтажного многоквартирного дома 70-го года постройка отремонтировали по технологии давно и небезуспешно использующегося. Так, всю кровлю в 680 квадратных метров очистили от остатков огрубевшего рубероида, прочистили все швы в несколько слоев, забетонировали с армированием, потом приступили к покрытию. Материал для кровли очень качественный и крепкий, он намертво сцеплен со скатами. Общие затраты составили 1 миллион 480 тысяч рублей, в 2,5 раза меньше, чем если бы использовали традиционную шатровую технологию. В 2019 году некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов планирует капитально отремонтировать с применением данной технологии еще 2 аналогичных крыши. Всего же в Хаваксы 32 таких типовых дома. Добрые сердца Тувы победили на конкурсе среди добровольцев Сибирского федерального округа «Хрустальное сердце Сибири» 2018. В столице Омской области с 14 по 16 ноября этого года прошел образовательный форум, на котором наградили победителей третьего конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Сибири». Его программа включала образовательный форум, церемонию награждения победителей. Как сообщает портал «Омская губерния», участники форума обсудили вопросы развития добровольчества, поделились лучшими практиками, определили приоритетные проекты для реализации в сибирских регионах в ближайшие годы. Всего в третьем сибирском добровольческом форуме участвовали более 270 человек. Среди них представители Тувы, а именно молодежное движение «Добрые сердца Тувы», которое победило в номинации «Лучшее добровольческое объединение 2018 года». Напомним, в Омской области конкурс проводился уже в третий раз. Организатором выступили руководитель федерального проекта, координатор по Сибирскому федеральному округу Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Главная цель мероприятия, чтобы добрые дела не оставались незамеченными. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 17, минус 19, днем минус 9, минус 11. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.